собрались здесь, чтобы активисты волонтерского движения «Мы рядом» вручить вам совместно с компанией «Чистая линия» сертификаты всем докторам и сказать огромное спасибо за то, что в это нелегкое время находитесь на передовой. Вы для нас герои, и хотим мы быть похожими немножко на вас. Компания «Чистая линия» уже не в первый раз поддерживает медицинских работников, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией. На этот раз известный производитель мороженого и молочных продуктов решил подарить врачам сертификаты достоинством 2000 рублей на бесплатную доставку продуктов из их ассортимента. Акция стартовала в конце января. Сертификаты уже раздали врачам в подмосковных Мытищах и Королеве. Сегодня настала очередь медработников из городского округа Щелково. Волонтеры помогли передать Щелковскую областную больницу ровно 340 купонов. Спасибо, спасибо большое за поддержку, которую оказывают нам волонтеры и «Чистая линия» уже не первый раз. Мы очень благодарны. Всегда нас приятно радуют ваши подарки, сюрпризы. И волонтерскому движению, конечно, огромное спасибо, которое оказывает нам помощь. В общей сложности за время акции планируется передать 29 тысяч сертификатов на продукцию «Чистой линии» для врачей, работающих в подмосковных больницах. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.